Ведущая конкурса, преподавательница курсов дошкольного образования Ратаван Гулиева огласила его условия, отметив, что в этом поэтическом соревновании принимают участие 7 человек, самая маленькая 4 года, самая большая 7 лет. Дорогие гости и участники конкурса стихов «Огни бортов», спасибо вам большое, огромное, за то, что в этот снежный, непогожий день вы пришли в это уютное место, которое называется «Дом русской книги». К сожалению, не выдержали испытания конкурсом Алия Азизова и Ильяс Пашаев. Последний так растерялся, что даже предложил вместо себя прочитать стихи ведущей конкурса. Остальные 5 стойко держались до победного конца. Абсолютно всем, родителям и бабушкам и строгому жюри, понравилось выступление Марьям Аскерзаде со стихотворением Агнии Барто «Болтунья». Она и завоевала первое место. Что болтунья ведома? Это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Всем без исключения маленьким участникам конкурса были вручены подарки. Никита Додонов считает, что тоже неплохо прочитал свое стихотворение, но подарка сегодня не заслужил. Мне не очень нужны подарки. Подарки мне подарят на день рождения, а может быть и Дед Мороз, на следующую зиму. Тарана Гулиева уверена в том, что эти конкурсы, как часть учебного процесса, очень полезны. Почему мы хотим, чтобы дети учили стихотворение Агни Барто, ну и классиков? Потому что трудно детям, которые все-таки живут в Азербайджане, произносить слова некоторые, согласовывать их. И в стихотворении это, конечно, легче бывает запомнить. Нет сомнения в том, что эти малыши придут в школу весьма подготовленными, с хорошим багажом знаний.